Настоящий бизнес работает как механизм, который лишь время от времени заправляют. Его функции – высвободить вам время для отдыха, масштабироваться, а главное – приносить прибыль. Много прибыли. Начиная с 2012 года, бизнесмены со всего СНГ принимают участие в мастер-классе для предпринимателей от владельца 24 процветающих бизнесов и международного бизнес-тренера Сейтмурода Давлатова для того, чтобы систематизировать свой бизнес и вывести его на новый уровень. Стартует мастер-класс с построения надежного фундамента будущего успеха. Особое внимание уделяется духовным принципам, позволяющим убрать из жизни все лишнее, познать себя и выбрать правильное направление для развития и масштабирования. Детально рассматриваются принципы формирования и реализации идей, определяется оптимальный продукт и разрабатывается система грамотного поиска именно своего клиента. Дополнительно присутствующие получают навыки управления бизнесом, составляют финансовые отчеты по всем правилам, знакомятся с современными и наиболее эффективными методами анализа. Второй этап мастер-класса для предпринимателей проходит в горной местности, где бизнесменам придется закалить характер в непривычных для себя условиях. Учебная деятельность сочетается с полноценным отдыхом и плодотворным общением. Сейтмурод Давлатов расскажет, как обеспечить узнаваемость своего продукта, выделившись среди конкурентов и обеспечив максимальную преданность и лояльность клиентов, познать технологии ведения беспроигрышных переговоров, а также узнать секреты профессионального маркетинга. Третья часть мастер-класса поможет выработать лидерские способности, развить творческое мышление, овладеть ораторским искусством и обучиться приемам преодоления кризисов. Бесспорно, чтобы добиться благополучия в бизнесе, просто необходима живительная энергия. Именно поэтому Сейтмурод Давлатов на протяжении всего мастер-класса проводит клуб здоровья. Уникальный комплекс упражнений, разрабатываемый веками на основе изучения древневосточной медицины, укрепляет иммунитет и гарантирует прилив интеллектуальной и физической силы, сопровождаемый развитием интуиции, без которой сложно представить успешного предпринимателя. После мастер-класса я приехал, и мы с семьей написали бизнес-план, смогли привлечь инвесторов и купили завод. Завод по производству этих самых пластиковых труб. Завод сразу начал работать. Мы стали получать прибыль. 5-6 лет торговали с одного магазина, а тут за 2 года 2 новых магазина и уже почти 2 мини-завода получается. После посещения тренингов, обучений, в 2014 году, в осенью, мы открыли свой собственный супермаркет. Обороты выросли в 2-3 раза. Площадь тоже расширили, торговую площадь в 2 раза. И, соответственно, сотрудники тоже увеличились в 2 раза. После обучения, уже через 2 года, в 2016 году, то есть у меня оборот уже вырос в 13 раз. В 2014 году у меня было 5 человек, один из 100. 40-50 сотрудников увеличился. До посещения тренинга, мастер-класса у меня только 18 квадратных метров, бутик был маленький. Там только я одна работала. Через 2,5 года уже 2 полноценных магазина, которые по 100 квадратных метров каждому и 6 сотрудниками. И товарооборот, естественно, 10-кратно вырос. Если вы чувствуете, что вам не хватает знаний и позитивного комьюнити, то на 14-дневном мастер-классе для предпринимателей вас будут ждать единомышленники, совокупный годовой доход которых составляет более 100 миллионов долларов. Регистрируйтесь на мастер-класс сейчас, чтобы наслаждаться эффектом на протяжении всего предпринимательского пути.